Здравствуйте, с вами Евгений Шилов, 11 октября 2014 года, город Королёв. Мы находимся возле Центральной библиотеки имени Крупской. Сегодня здесь открывается новый проект «Антибиблиотека», и мы попытаемся узнать у организаторов, что это такое. Наоборот, вот в этом пространстве, где мы сейчас находимся, будут работать одновременно два режима. Днем это будет библиотека с кафе и читальным залом, а вечером это будет антибиблиотека. И как в философии есть тезис, есть антитезис и есть синтез, мы надеемся, поставив немножечко под сомнение словом «анти», да, саму сущность этого проекта, мы надеемся, наоборот, прийти к некому новому пониманию вот того пространства, которое называется как раз-таки библиотека. То есть, ну, это такой элемент деконструкции для того, чтобы сконструировать заново рабочую модель. Yeah.